Вот казанцам неудобства с отсутствием воды испытать столько предстоит. Так завтра с 9 часов утра и до 5 утра 5 апреля воды не будет на нескольких улицах Вахитовского района. Это Островского, Николаева, Пушкина, Петербургская, Спартаковская, Салимжанова. Весь список домов вы можете найти на нашем сайте. Там же перечень улиц, на которых будет организован подвоз воды.